Здравствуйте, это дежурный по городу. В Сызрани на улице Хлебной запахло фекалиями. Вода из канализации стала подниматься и затапливать огороды местных жителей. В воздухе стоит смрад, а под ногами антисанитария. Дурно пахнущая жидкость не дает прохода и течет под заваленки домов. Местные жители кричат от обиды, что никак не могут защитить свое добро. Некоторые деревья уже погибли, долгое время простояв в нечистотах. Это третья неделя. Никакой помощи. Устали звонить, и вот сейчас они откачивают. Они откачивают, а получается, она еще сильнее разливается. Люди считают, что старая канализация не справляется с нагрузкой после появления новостроек на соседней улице. Помощь пришла, когда в коммунальной службе освободился бойлер. Такая же проблема и на улице Декабристов. Двое суток около 165-го дома поднималась вода из колодца. Рядом детская площадка. Что случилось с городской канализацией, если даже после откачки грязная жидкость не убывает? А на улице Невской люди недовольны, чем бы вы думали, ремонтом дороги. Потому что ремонт неожиданно оказался ограниченным. Щебнем, который завезли для асфальтировки, засыпали часть грунтовой дороги. А жильцы четырех крайних домов почувствовали себя крайними. И буквально несколько домов не хватило для того, чтобы асфальтирование дороги продолжилось. В самой проблемной точке, где у нас сейчас вот эта вот яма, именно там закончился асфальт. Как раз в этом спуске после дождей самая грязь. Как пояснили в комитете ЖКХ, остаток дороги пока засыплют асфальтовой крошкой. Дорогу делают по наказам избирателей, и выделенных 1,5 миллиона рублей на всю улицу не хватило. Но люди еще надеются, что улицу Невскую заасфальтируют до конца.